Чего только уже. Салат можно, а вот вкусный это салат. Это я пробовала. Сейчас. Мы, так понимаю, берем ложку и все сербаем. Не, он вкусный. Ну, пахнет, понятно. Вкусный, да? Вкусно, вкусно, конечно. Все пахнет, все свежее. Да, можно из взрослых. Да. Да, вот сейчас как вот... Как... Наши технологи при приготовлении блюда пользуются сборниками рецептур для дошкольных навчальных заведений. Кажется, 80. Вот так выглядит суп с полной закладкой ингредиентов, которую должны вы получать дети. Я тоже технолог пищевой промышленности, и я знаю полностью расклад. Мне должен быть такой суп в детском садике, такой консистенции. Для них это очень жирно. Это сверху главное, это же последний, что его застыл. Я не могу сказать, я просто так, а что я тоже являюсь техником технолог. Разбавляем соль. Есть закладка. Все по закладке. Ну, мы можем поделиться этими техническими картами. Ничего. Нет, и специи только соль. Перец, по-моему, не идет. Это вообще, это вообще. Я просто знаю, что да, допустим. Даже старшая, которая 16, это такой же родной. Гречаный суп и рисовый суп. Винегрет, ну, до этого мы еще не дошли, но то, что я могу. Как по мне, тоже много больше, что можно. Что это такое? Котлета. Это ленивые голубцы, а это котлета. Курица с говядиной. По специям, по солености, как котлета? Вот они нейтральные. Они нейтральные без каких-либо преувеличений. Ага. Это вообще, ну это... Это более жирное, да? Это даже... Оно не более жирное, оно вообще не... Оно вообще не о чем. Оно твердое, во-первых, во-вторых, я не знаю. Дети не будут это есть. Для детей, для садика это очень жирно, очень. Да даже и для школы, извини. Да. А даже и для школы. Оно съело это масло кусок. И... Ну, то, что сейчас есть в школах, если да. взять, то вот это будет лучше. Но для детского садика нет. Да. Нет. То есть сейчас питание вам нравится больше? Да. Да все, не делают им запеканки, не делают им разные рыбные рулеты, да. Все. И есть это отлично. И дело в том, что дети это все едят. Остается очень мало. Мне не понравилось. Мне не понравилось. Она вот действительно мясная. Что понравилось из котлет? Что понравилось из котлет, девочки? Первая мясная. Вот это. Киевская, кстати, тоже неплохая. Мне не понравилось, потому что она действительно большинстве это будет нормально, но гречаники реально пересолены. Вот, гречаники пересолены. Вот это вот в отделе, это оленивые голубцы. Да, да, вам. Они тоже по вкусу, в принципе, нормально. Нам еще можно когда-никогда покушать, но детям это давать нельзя. Все очень жирно, очень жирно. Блины, твердые, деревянные, резиновые. Сухие. Там даже мяса нет, они воздушные. Нет, там воздушные. Бумага. Нет. Рыба вонючая. Да. Подростки смотрят, если сад. Понравился. Субрич, винегрет. Голубцы ленивые, гречневый салат, котлеты. Жирная, запиши. Сколько людей?